Финансирование регионов, переселение людей из ветхого жилья и другие насущные проблемы решали сегодня на федеральном уровне. Речь об этом шла на расширенном заседании Палаты городов в Госдуме. Краснодарский край представляли мэр Краснодара Евгений Первышов и заместитель губернатора Юрий Бурлачко. Участники также обсудили стратегию развития больших городов, благоустройство территорий и развитие института ТОС. Члены Совета Федерации и Федерального собрания Дмитрий Азаров сообщил, что на решение вопросов местного значения президент России Владимир Путин выделил 20 миллиардов рублей. Не исключено, что эта сумма увеличится, будут выделены дополнительные средства. Добавлю, Палата городов создана в 2016 году по решению Конгресса муниципальных образований. В ее составе главы всех региональных столиц всего 82 человека.